Полиция Москвы задержала трех уроженцев Северного Кавказа, которые устроили поножовщину в одном из городских кафе на улице Космонавта Волкова. Трое раненых госпитализированы. Подозреваемые пытались скрыться, но были остановлены патрульными. В кафе работают следователи, они устанавливают все причины, обстоятельства произошедшего. Подробности нам сообщили пресс-службе столичного ГУВД. Между посетителями кафе произошла ссора, которая переросла в драку, в результате которой, по предварительным данным, три человека получили ранения и были госпитализированы. Еще трое неизвестных скрылись на автомашине BMW темного цвета. В городе проводились мероприятия, предусмотренные планом перехват. На Ленинградском шоссе у дома 10 автомашина была задержана. В ней было трое мужчин, которые доставлены в отдел полиции для разбирательства. В настоящий момент на месте работы следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.